Рю, в процессе ваших хождений по храму вы будете натыкаться на различные ящики с полезными предметами, среди которых будет копье. Оставьте все на своих местах, возьмите только один мешочек целебного порошка. Дело в том, что после поединка со стражником все куда-то денется, что очень обидно. Также не следует уклоняться от поединков, что уронит ваш моральный дух, и вы потеряете уважение окружающих, в результате чего каждый из них будет считать вас трусом и при встрече с вами будет лезть в драку. В выполнении задания вы получаете определенное количество очков, позволяющих улучшить вам свои характеристики. Основные передвижения героя происходят в реальном времени. Если вы столкнулись с враждебно настроенным существом, то пошаговый режим включается автоматически. Лично я бы предпочел отметелить врага именно в реальном времени, однако в пошаговой тактике тоже есть своя прелесть. Например, вы можете выбрать точку на теле противника, куда бы вы хотели нанести свой сокрушительный удар. Довольно удобно. Более того, я предлагаю внедрить такую технологию в уличной разборке. Представьте себе, встретились двое, обменялись списками ударов, посчитали количество повреждений, определили победителя. Ни шума, ни криков и ни пыли. Чтобы подчеркнуть, насколько все плохо будет в будущем, авторы игры выбрали интересный ход. Они оформили игру в стиле ретро. Спокойная музыка, черно-белое видео. Все это выглядит настолько безмятежно, что кровь стынет в жилах. Пока в Казани есть только английская версия игры, но я думаю, что наши русификаторы не заставят себя ждать. Ломать не строить. В заключение хочется сказать, что на сегодняшний день игра Fallout 2 является самой продаваемой компьютерной игрой. Комментарий излишний.